Здравствуйте, ребята. Вот, значит, на 15 метров дистанция у нас. Короче, ребята, еле я фокус поймал, и все. Я уже сейчас не трону его, а то все нахрен. Опять собьется у меня и так далее. Короче, ребята, 0,51 грамм GSB. Ну, в конце видоса, естественно, покажу этот, откуда стреляем и так далее. Ну, вы уже догадались, где я. Ну, на 15 метров, что у меня. Значит, ребята, будет стрельба производиться с открытых прицельных, значит, ИЖ-40 первым начнет, потом будет ИЖ-38, ребята. И после я постараюсь показать вам, ребята, значит, смысл видоса, знаете, в чем? Как его? Я же МР-512 без... этих, без всяких заморочек, я же его усилил, да, на 10 или на 15 метров, да, обычного, да, и посмотрим, на кучку он помешает или нет, поняли, да? Сейчас начали, значит, ИЖ-40, ребята. ИЖ-40, значит, ребята, прицеливаться я буду в нижний ценник, но я вам скажу, ребята, и признаю, что на 15 метров я вот как бы его и вот эти мушку и так далее, короче, не могу, ну не вижу, она двоится как-то у меня в глазах. Ну я по 5 стрельну. Значит, нижний ценник я целюсь, который большой, ребята. Такс. Вижу, где я попал, вижу. Или не вижу? А, вот вижу, да. Я попал, ребята, где? Красный ценник, вот туда попал. Значит, я на верхний ценник, который вертикально написано, ребята, цена, вот. Ну, главное, кучность, ребята. Честно, я вам скажу, ребята, знаете, как неудобно вообще. Вообще неудобно с открытых прицельных стрелять. Тем более свинарника, блин. Три. Давай. Это у нас будет четвертый. Это уже, знаете, что еще удивляет, ребята? Стрельки что говорят? Это моя вина, это фактор такой, человеческий фактор. Видел? Твоя вина, конечно, если ты стреляешь. Вина твоя, не я же им стреляю. Охренеть можно, а? Короче, ребята. Вот такие пироги ИЖ-40. ИЖ-40 поставили на свое место, пускай отдыхает. Начали, ребята, ИЖ-38. Он вообще прикольный, ребята. Мне он понравился, честно вам сказать. Ну-ка, начали. Ну-ка. Значит, ребята, я буду туда же целиться. Или вот сейчас я вам скажу, где удобно будет не прицеливаться. Ребята, я туда же целюсь, в тот же ценник, потому что мне удобнее. Поняли, да? Но на середину стараюсь целиться ценник. Вот где я попал, приблизительно там и прицеливаюсь, ребятушки. Ну я сейчас
Еще и в темпе стреляю, ребята. Ну как в темпе? Время для прицеливания есть, но все равно. Литр лимонада выпил, блин, и ремень уже жмет, еле дышу, а. А то, что Валера 15 говорит, что здесь не 15 метров, ребята, да? Он этот, он того, ну. Я ему скорую вызову в следующий раз. Он уже этот. Вот и 5, ребята. Значит, отстрелялись ребятушки. Иж 38 и Иж 40. Сейчас, ребятушки, начнем стрелять МР-512. Значит, МР-512 начнем стрелять, ребятушки. В какую, я вам скажу сейчас. В какую и... Ну, я скажу, короче, в какую. Ну, вы поняли. Сейчас я... У меня пристрелочные пойдут, ребята. В смысле, 2-3 выстрела, а то этот... Я давно им не стрелял. Сейчас ГП, МП там должен чуть-чуть разогреться, типа, и так далее. Поняли, да? Ну, вы поняли. Так, куда я стрельну? Ну, я просто вхвачу. Стрельнусь куда-нибудь. Ну, некуда пока. Сейчас, а, вот, доску. Кур, отойди. Так, раз постреляли. Это просто разогрев, ребята, разогрев. Значит, он обычно у меня стреляет, ребята, 0,51 грамма. Я вам скажу, где-то до 240 метров. Ну, вы помните, кто этот смотрит постоянно. А сейчас он стреляет уже 250 с лишним, 250 с лишним, ребята. Так что разница уже есть. Вот, ребятушки, и значит, многим интересно, что же станет скучностью. Что же стало? Ну, раз у меня сейчас дистанция 15 метров, ребята, я его вместе свяжу с этим, ну, с ежаками, пускай он тоже потусуется. Все, начали, ребята. Сейчас я вам скажу, который я целюсь. Сейчас я вам скажу уже. Уже пришло время. Настал торжественный момент. Ребята, значит, целюсь я в левый, в красный. Поняли, да? Но я вам скажу, неудобно мне, ну. Этот, естественно, уже прицельные, ну, с оптического прицела уже, ребята. Блин, неудобно, да? Неудобно, сидишь, все уже, херня, не постреляешь, да? Не хочу я Эмера позорить сейчас моего. Не хочу я его позорить, ребята, просто. Эмерчика моего. Блин. Не желаю никому потолстеть, ребята, ра. Сало у меня уже там до хрена в животе, как бы, и, блин, не курю почти месяц, вот с 19 числа, и у меня что-то этот уже, ра, жиру бесится уже все. Блин, как будто дзет старый, ну. Дед старый. Айрганер сали. Сала. Айрганер сали.
Вот чего я не хотел-то, то и произошло. Раскидал, в смысле раскидал, да? Неудобно мне, а то я показал бы сейчас этой мишени. Ну. На 15 метров. Это, как говорят айрганеры, это моя вина. Это моя вина. Да, ну все. Я еще серию проведу, ребята. Видос будет интереснее. Эмерам. В зеленый сейчас пойдет. В зеленый ценник, который справа. Вот так. Ну неудобно мне. Ну и чё? Блин. Кыш отсюда, кыш. Кыш отсюда. Кыш отсюда, а то ужин намечается вкусным. Ух. Ну, последнюю я испортил, естественно. Блин, почему так жмет этот ремень, а? Короче, сейчас поближе подойдем, ребятушки. Ну, дай бог, чтобы этот не подвел. В смысле этот, ну. Вот, ребята, наш GSB 0,510 грамм. Вот MR-512, ребята. Угу. Вот. H38, ребята. Ребятушки. И сейчас покажу. И вот, ребята, H40. Радуйтесь, ребята. Радуйтесь. Многие сказали, что оптоприцел отлетит. Он утром отлетел, ребята. Вот. Только клей там остался. Видите, да? Ну, я же обещал всем, что если, говорю, он в глаз даст мне, я вам всем сообщу. Так он дал мне в глаз. Вот. Он отлетел прямо отсюда и... Еще как назло, я под 45 градусов на дереве целился, ребята. И как даст, блин, оттуда в глаз. Ну ничего, с глазом ничего не произошло. Я живучий. Так, вот отсюда я, ребята, целился вот туда, на грецкий орех. Вот. Ну там эти орешки остались, я сбиваю их. Так. Ну что, посмотрим сейчас, что к чему. Что мы натворили, ребятушки. Ну что мы натворили. Сейчас посмотрим. Значит,
Это у нас, ребята, ИЖ-38. ИЖ-38. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Горизонтальная у него хорошая штука. Ну, нормально, конечно, пойдет. Это у нас МР-512. И это у нас МР-512. Ну, нормально пойдет. Ну, я не сидел нормально. Но это не кучка на 15 метров для МР, ребята. Я отвечаю. И это у нас ИЖ-40. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже для ИЖ-40. Это не кучка, ребята. Тоже не кучка. Главное, ребята, сидеть нормально. Сидеть нормально. Все. А так что? Все. Вот. Вот такие пироги. Вот. Видео. Гоги. Что-то Гоги у меня болеет. Я не знаю, что с ним произошло, ребята. Не знаю, ребята, ничем плохим не кормил. Мясо, да. Эти, ну, кости. Ну, с утра тоже я ему притащил кость. Не кость, а это мясо. Ну, там и мякоть, и все. Но она не ест, только вот воду пьет. Я не знаю, что с ним случилось. Но мне с собачками не везет. Наверное, не везет с собачками. Ну, не знаю, повезет, наверное, когда-нибудь. Ну, я не знаю, короче, что с ним могло случиться. Я этот носик трогаю, носик вообще холодный, так ложу, холодный вообще. Иди сюда, ба. Вот я, ба, что с тобой, что с тобой? Пойдем, баба. Вот я, ба. Сейчас посмотрим, баба, носик дай. Дай носик, посмотрим. Ба. Не, нос холодный, ребята. Нос холодный. Ну, не знаю, что-то они... Блин, когда я его притащил, она нормально. Этот, и радовалась жизнью, и все. А сейчас что-то этот... Что с тобой, а? Коги. И глаз что-то уже... Я не знаю. Может, так лимается, не знаю, ра. В этих собачках ничего не понимаю я. Вот. Вот какое мясо я этот притащил. Потом куры его начали таскать. Это с хрюшек, ну, который я этот вырастил, хрюшек. Ну, там и мясо, и кости, все вместе, короче, да. Ну, и куры его начали таскать. Все, ребята, до свидания. Короче, я сегодняшнее видео доволен. Ну, так себе, да, доволен, да. А так нормально пойдет. Что-то у него вот с ногами что-то типа не может ходить. Что-то это шире держит ноги и только воду пьет. Ах, что с ним случилось, не пойму, да. Ну, не знаю. Его качает, что ли? Короче, да, я не знаю, ребята. Ляжет сейчас. А, нюхает мясо. Все, до свидания. Вот. Ребята, вот я как бы этот сделал ей еду, и она что-то она этот хочет кушать. Наверное, не умрет, ребята. Вот. И мясо что-то он этот уже хочет. Ну, знаете, что он бульон хлебает, бульон. Вот. Давай. Короче, бульон я отдельно ему налил. А с мясом и с картошкой отдельно, ребята. Я очень рад, что этот... Он кушает.
Кушай, кушай, чем и патара, кушай. Патара, маленький, значит. Патара. Коги. Миди, Коги, миди, кушай, давай, кушай. На здоровье, Коги, на здоровье, давай, кушай. Видел? Вот этот лавровый лист никто же не ест, да, все равно кидают его, ра, в этот. Ненавижу, когда кидают лавровый лист туда, ра, о, выкинь его. Давай, давай, Гоги, давай, кушай, Гоги. Давай, кушай. Миди, мясо кушай, бичо. Гоги, кушай мясо. Хм-хм. Кушай, это сейчас куры этот. Набег будет сейчас. Аба. Бичо, посмотри, какое мясо. Посмотри, что ты еще хочешь, а, эй. Я в детстве такое не ел. Голодомор был тогда, в 90-х. Давай, кушай. Гоги, короче, да, ты это скушаешь, когда захочешь. Все, давай, Гоги, Гоги, Миди, Миди, давай, 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 давай. Ты чё? Уф, ты чё? Когда я жил в Москве, бомж пакетами кормился, это, которые за 3 рубля. Вермишель там этот, ролтан, молтан, или как там. Блин, она упала, он упал. Чего-то нету, ура, все равно этого аппетита, ра. Доширак, маширак я кушал. Такими не кормили. А этот Гоги отказывается. Хм. Иди, иди кушай, иди, я тут это, на ногах еле стоишь. Может, может что-то он съел, неладное, ребята, да, и потому тогда аппетит потерял он, и, ну, не знаю, вот сейчас бульон хлебает он. Макарон тоже покушай, бичоу. А, во-во-во, что-то есть, что-то есть. Что-то это поднял с этого. Ой-ой, смотрите, как он под, сил нету у него, сил нету. Сейчас покушает, сил появится, наверное. Жалко, ара, жалко, ара. А что ты оттуда достал, ба, покажи. Покажи, что ты оттуда. Картошку? Картошку с детства ненавижу. Как ты любишь картошку, а? Эй, ба, посмотри. Во-во-во, картошку ест. Картошку ест. Гоги молодец, Гоги, давай. Вот Гоги молодец. Короче, я рад, ребята, что вот так происходит. Я думаю, что его я тоже потеряю. Ну, нормально, есть. Кушает, значит, он выживет.